Peggy 18. Что мы создали? Роджер. Я ищу своего создателя. Что вы можете знать о нем? Мой кодовый номер назван в честь него 0854. Короче, они сейчас разбирают его, мы забираем мастерство. Идемте в нашу хотя бы, чтобы было спокойно. Че, проходите за мной. Я знаю, что когда клоны уединяются с кем-то, то они занимаются сексом. Никак нет, мы сейчас... Разбивайтесь. Занято! Пока мужчина сказал, выйди отсюда! Когда Фауст пытался мимикрировать под другого пользователя, но все равно его естество вырвалось наружу. Да. Ай, кого я... Неадекватный боец, задержать. Вы арестованы. Стреляй в меня. Я не могу вас стрелять. Гвардия! Зову гвардию. Ай, блядь! Как ты заебал. Вы знаете моего создателя. По базе шароебиться будешь ждать тогда под моим командом. Иначе тебя расстреляют. Никак нет. Чё тогда? Говори, что я тебя перепрограммировал, я твой создатель, всё. То есть мне нужно брать? А ты чё, блядь, в школе, блядь, ты когда не врал, нах? Я не был в школе. Ты был на заводе, блядь, папа жестянщик, мама, блядь, сковородка, нах. Не могу брать, тем более бойцам Великой Армии Республики. Да все ты можешь, блядь, что ты пиздишь, блядь. А где наш маршал-командер, любимый? Черкаши, блядь, смывает с туалета, нахуй. Ехидный смех получается, когда под этим... Под фильтром. Под фильтром дроидским. Просто так чисто просто там хихикает, подхихикивает, а вот когда с фильтром прям ехидненький. Пиздишь, слезу хоть, блядь, пустил, нахуй, ебать, под шлемом там, блядь. Под шконочник, блядь. Я знаю, что мне нужно делать. Мне нужно обучаться, где я могу обучиться, кроме тех, кто сейчас тоже обучается. Я знаю, что мне нужно обучиться основам навигации. Максом Колгоном могу залить робот, и все. Проверяю все жалоби, я хочу обучиться, спасибо. Вексель, проведи ему перничку. А потом разбери его и сдай на запчасти. Я все слышу, гандон. Я понимаю. Саму интеллект как бы поуменьшить. У него и так интеллекта нету. Задайте мне любой интеллектуальный вопрос, я на него отвечу. Что надо делать, если видишь гвардию? Нужно отдать им честь и поблагодарить за хорошую службу, потому что они сохраняют порядок на этой базе. Что нужно делать? Здравствуйте, ваша команда. Просит остановиться. Когда гвардия просит остановиться, нужно вежливо их послать нахуй. Гелик, отставить. Способствуете рассасыванию толпы. Я могу вступить в гвардию, и я буду отлично рассасывать толпу. Спасибо. Отлично рассасывай толпу. Соси давай. Ясно, понятно. Ну, готовь. Готовь попку. Отказано. Вперёд, бойцы. Айда, кто это стреляет? Больно. Перемещаю сознание другого дроида. Рука жестянка получает. Как нам удобно, дроида. Всегда остаёмся в полукружении. А ведь такая же фишка есть в Enlisted. Enlisted — абсолютно новый бесплатный военный шутер с масштабными... Я не сразу понял, что это переход на рекламу. Несколько бойцов, между которыми ты можешь переключаться в любую секунду. Даже если тебя убьют, ты все равно останешься в эпицентре войны. Так что не слился, а просто собрал информацию о противнике. Помоги мне, Саточка. Подойди ближе к их стороне, Там много выходит. Сейчас. Ну чё, пацаны, здорово? Я, короче, три гранаты убил только что. Уже сейчас в игре доступны вторжение в Нормандию, битва за Москву и битва за Берлин. Выбирай разные специализации отрядов и выполняй тактические задачи. Ты можешь установить штаб для возрождения команды, построить пулеметную точку, прорвать оборону врага на танке, засыпать позиции противника ракетами с самолета или зачистить самолетами из огнемета. Прокачивайся, чтобы открыть новые отряды и оружие. Улучшай свои бойцов и изменяя их экипировку. В Enlisted десятки единиц уникального оружия и техники. Битвы в Enlisted ощущаются реалистично благодаря передовой графике и разрушаемости. Ты можешь играть сам или в отряде с друзьями. Качай Enlisted бесплатно по ссылке в описании. Забирай бонусное оружие и солдат, а также 3 дня премиум аккаунт. А если солдаты не согласятся? Нет, выкинуть тебе можно. Видно мою микросхему, лобковая микросхема. Пошли, будем проводить операцию. Никак нет, я хочу продолжать свой род. Не продолжай микросхему. Дайте мне одного кадета. Можно забрать одного? Да. Кадеты, вы будете бинарить мою микросхему? Вот
вам точно нужна помощь в продлении вашего рода. А сколько готовы заплатить? 5000 кредитов. Ты давай первоклассный вексель. Никак отпу... нет. Так точно принял. А, меняйте. Разыграл паяльник за 4000. Блин! Это офигенный отыгрыш. Вот респект этому челику, который с Фаустом играл. Он там не помер от кринжа случайно. Но там окошко. А вы зачем подсматриваете? Окошко не очко, когда надо закроется. Ой, чайник, смотри, маршал командор бежит. Все, чайник, давай, свободен. Можешь отдыхать дальше. Вся батарея разряжена. Отойдите, отойдите. Капец, скольких он убил. Как вам, пацаны, в моей шкуре? Я не понял, блядь, там что, дроид осмелился материться, что ли, в моем присутствии, или что? Опа, это что, кожаный ублюдок? Чего? Девиант, блин. С ним надо точно как людей поиграть. Ты думаешь, меня переглядит? Ждем, пока кто-то из нас проиграет эти делки. Вязайте на него, нарушите утечки. Первая часть выполнена. Я понял ваш номер, да? 104-й. Здорово, Майя, зачем пожаловать? Может, он не будет обыскивать мою машину без ведома? Опа, опа, и чем ты теперь будешь торговать? Йо, может, я с вами, я больше с вами, я сейчас... Его видел! Этого дроида по-любому материнка сдохла. Отойди-ка, отойди! На складах нет дроидов, но учебное пособие пришло сам. В общем, перед вами находится стандартный дроид B1. Я робот долбоёб, я должен танцевать. Чаще всего они прикольные, как этот индивид. А почему я хочу, что реально сейчас? Я являюсь охранным дроидом Гвады. Также по совместительству я боец Шадо. Также по совместительству мне дали пизды. Это высокоинтеллектуальная машина верховного командования и Шадо, насколько я помню. А что на числе? Интегралы умеешь же брать? Я умею делать так, чтобы КДФ брали в рулой интеграл. Здравия желаю, Рассел Командор Дэй. Пиздец. У нас с вами есть территория казар. Мне нужно, чтобы вы пешим порядком. Такой дроид должен быть в каждой части для веселья. Маршрута, который я вам есть. Это будет вашим дисциплинарным взысканием. Давайте, побежали легким бегом. Сука, он дал, я ненавижу, блять. Он просто имеет звание нахуй. Я, блять, его выебу, мне вообще похуй, блядь. 502-й полным составом обратно. Братишка, ты на крике был. Работа была с моим дроидом. Я видел, насколько хорош он в действии. Каким из ваших дроидов? Одного мы переделали в DC-15, а второго в ложку. Можете мне помочь со вторым дроидом? Второй дроид будет вспомогательный, понимаете? А, что с темня его? Вот это дроид Ченни. Это дроид унаследовал многие хорошие качества от меня, такие как сексуальность и привлекательность. И уебищный голос. Не понял? Раз уж у этого Трахтенберга, пожалуйста, ему миниатюры Гарика Бульдога Харламова и этого. Как его звать-то второго? Батрудинова. Здравия желаю, дроид. Добро пожаловать в великую армию республики. Сосите мой член. Так дроиды не должны говорить. Соси мой USB. Ладно, конечно. Сориентировался быстро. Вы не опасные, вы же являетесь. Проблема в том, что USB сосать невозможно. Его можно только облизывать. Потому что он внутрь. Флешку надо сосать. Это трап! Кабель, кабель. Кабель, ну да. А сейчас немножко саморекламы. Хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте. И в этой группе ВКонтакте есть рассылки. Одна рассылка, где я рассылаю все возможные варианты, где можно получить бесплатные игры, если я их сам увидел. А также рассылка, которая занимается рассылкой. Сука, я столько раз повторил слово «рассылка», но охренеть, блин. Но суть не меняется. Здесь, если вы подпишетесь, вы будете получать актуальную информацию о том, когда стрим начался и на каких платформах, и никогда его не пропустите. Ну а также тут есть беседы по интересам. Жду вас в группе, ссылка в описании. Это робот Трамп. Мы запрограммированы на то, чтобы дать вам рот. Давай я тебе баллончиком ебану, чтобы у тебя был другой цвет. Оценивайте вашу лук по 10-бальной шкале. Меня обоссали, помогите. Вот у вас уже материнская плата стоит, да? А куда ушла отцовская плата?
кажется, что-то петушиное, я не понимаю. Мы хотим стать АТшниками. АТшниками? Ну пойдемте, я вам расскажу про АТшников. Это простая проверка. Идемте сюда, дрой, я кое-что нашел. НАСА КБ-503.1. Здравия желаю. Зачем? Ну вот, попросил Машу команду сделать. Вперед, чужие крики в рот. Зачем? Песню поменять, как песню поменять? Мне не нравится. Расскажите это в чистоту. Главное, чтобы потом я в жизни так не приучился разговаривать, а то буду отстал. Это кто такой? Это тот, которого спаяли из гнилой бабки. Как дела у тебя, дроид? Это дроид-голод. Можно трахнуть вашу машинку. Как про взрыв, отпустите моего друга. Зачем вы трогаете моего друга? Потому что он заражен. Он не заражен. Я его чистил вчера всю ночь. Да, вы друг друга чистите? Вы не слышали в гараже, как он орал? Я обожаю. Оттирали друг друга всю ночь спиртом. Запрыскивали всю ночь в ВДшку, да? Гвардейцев в казарме, я его записал. Опа, а это не рецепт. Трах, берем нашего рына. Знал бы ты, какой бол меня для тебя приготовлю. Да не смеши меня, твой бол равно на проститутках Азербайджана засвечен как уникальный. Какие будут указания по этим двум дроидам? Эти два дроида дадут тебе пизды. Что же еще вам сделать? Оторвать сиси, лепить писи. А что? Дровя злая бойцы. Они настоящие. Блядь, я теку, дайте тампон. Как только я первый раз услышал ваш голос, он тут же проласкал мои нёба. Не хотите провести столь хороший вечер с таким замечательным дроидом, как я? Включаю романтическую песню. Сука. После этого с нашей стороны извините, перезагрузка сломался. Помогите, во мне вирус. Ему накачали вирусов, называется математика первого урока. Блять, тварь. Ясно, ясно. Вечер, хасл, арестанты. Да, я желаю крови. Мы пришли помочь вам в обучении кадетов. Не нужно менять свою подружку. Продолжение. Продолжение. Мы ждем причины. Полковник Раллер, уберите оружие. Желтый кот, у нас все с оружием. Как генерал? По причине генерал. У нас тоже генерал есть, генерал. Еще кто его связал, не знаю, мы лишь только его оглушили за то, что он оглушил. Мы сейчас уже будем попить, генерал. Пойдемте. Погнали попиздимся, мужики. Пошлите, кому зубы чуть-чуть бить. А вот курт нормально, стаканчики пустые найдем, попьем на халяв. Твой голос, как у бомжа в Алипе. Ну, меня кто-то не понял, да? Добро пожаловать на сервер Шизофрения. Магистр, мы начали подозревать, что вы не магистр, а сосистр. Просто мне дошла информация, что вы сосали за гаражем. Почему он не хочет отвечать? Да, он вот такой вот в черном плаще и сосал у меня за углом весь вечер, просил у меня отца. А ты причайник? Да господи, я еще раз повторю, все. Здесь остаюсь я, магистр Иван и мой боец. Засасывал у меня за город. Я на секундочку, знаешь, кто остановил? По РП можно насрать вот здесь? А разрешите спросить, а вообще, что такое здесь случилось? Ничего, можешь идти спать. Я не хочу спать, я полон сил и энергии. Имба энергии. Ясно, ясно. Спасибо за просмотр, надеюсь, понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока.